Book of Contention, книга разложения, нургляшки. Нургляшки, любимчики ГВ, вот это вот все. Посмотрим, кто... Насколько сильно они их любят. Да, кто на кого насрал. Да. Начнем, соответственно, с Exalted Great Unclean'ов. Да. Первое, как их можно апгрейдить за 25 очков. В конце батла раунда, если эта моделька на столе, сохраните два непотраченных марк-пункта. Ну, мы это видели, это говно. Да, причем... Тем более за 25 очков. Да, тем более, да. Дальше, когда аура вражеские модели в 6, вычитают один ледак и минус один комбат от ришена. Еще дополнительный повод, пунктик затащить ледак 20. Но есть... Ну, да, можно такой камбуху-то не кислую уже, даже из одних демонов без этих, без ночников сделать. Да, и следующий у нас просто минус дамаг. Не, не просто минус дамаг в мили. Это важно. Блин. То есть а за 30 очков минус дамаг в мили. Ну, короче, по большому счету, мне, конечно, дамаг в мили нравится, но не супер вау. Ну, вот. Да, не, ну единственное, что можно брать, как по мне, это вот как раз минус дамаг в мили. Да. Ну, то есть, можно, конечно, там супер, я не знаю, какая-нибудь комбаймба на этот, на ледаки и комбат атришн. Ну, над этим можно размышлять, как минимум, да. Да. Короче, пока не супер вау и не супер чойзы, как у, допустим, Хорна и у Дзинча, если уж на топ пошло. Вот. А теперь самое время подписаться на наш ютубчик и на телеграм-канал. Давайте, ребятки, активнее. Переходим к стратагемам. Наша эта замечательная страничка. И первое, с чем начинаем, это трансхуман. Обычно. Трансуха на плагбиреров. Да, соответственно. На трупсу это будет стоить 1 ЦП, на 6 мух это будет стоить 2 ЦП. Угу. А мухи... В принципе, все трансуха и трансуха. Че бухтеть-то, как говорится? Ну да, да. И причем такая трансуха, которая может быть и не часто понадобится, потому что у одних 5-я тафна, у других 6-я. Угу. Следующий. Следующий. Это у нас на героя. Выбираете юнит в 6 от Слоп 5 Байл Пиппера. Блин, как они вообще придумывали эти названия? Ну, они клевые. Байл Пиппер. Волынчик. Выбираете вражеский юнит в 6 дюймах от этого героя и кидаете 1d6 за каждую модельку. За каждый кубик, который превосходит тафну этого юнита. Морталка, ну, но не больше 6. Одну морталку, но не больше 6. Вот. Прикольно. Ты можешь использовать единоразово. Но слопите Бейлбрингер, просто сам по себе будете ли вы его брать, вот в чем вопрос. Потому что, ну, когда мы до него дойдем, он не то чтобы весь такой из себя пацан. Окей. Вот, соответственно, следующая стратагема – это юзаешь ее в начале физик фазы, психик фазы, точнее, выбираешь нурглевого псайкера, он знает все заклинания нургляцкой дисциплины. Штука очень, на самом деле, прикольная, только в одном случае, когда у вас есть белокор. То есть белокор априори не знает нургляцкой школы, он знает свою. Прожимаете на него эту стратагему, потому что он нургл псайкер. И он знает все, что должен знать настоящий нурк. Это потому что дед, он круче Дзинча. Правильно? Да, есть такое дело. Короче, юзаем на белокора, ну и по возможности, там, если мало ли там нужно кому-то еще что-то узнать. Ситуативно, ну, весьма полезная вещь. Следующий релик. Следующее. Раздать релик, да. Классическое. Вот. Дальше через одну... Да, слайм трейл. В оппонент фазмува от бистов и Хортикулус с Люмикс. Я не знаю, кто это такие. На 4+. Ну, такая улитка, короче. А, да. От улитки, да. И от бистов на 4+, не фалбэкают. То есть они зажимают в обнимашках и хотят играть дальше.
Ну да, да. Радостные бесты, ну так. Ну, пожалуйста, да, давай да, еще. Да. А я восстановлю себе вунды и поиграем. И поиграем снова. Но это неплохо. Это я так скажу. Дальше. Swarming Flies. 4 плюс, единственный, конечно, минус. Да. Вот. Миш, вот у меня просто меня очень сильно бомбит. Почему вот эта следующая стратегема стоит 2 кп? Ну вот объясни мне, ну, хоть одно логическое объяснение. Почему у всех оно стоит 1 кп, а у нас стоит... Ну что это за фигня? Это ну, реально. Знаешь, ерунда. Почему? Это потому, почему и Москва порт Семи морей. Да. Прекрасное объяснение. Вот. Ну, просто минусик получить в отряд. И да, и мы вспоминаем о том, что у нас есть охуительно крутые ветра, которые всей армии норклитов могут дать минус хит в ХТХ за 4. А, плюс хит. Все, я уже поплыл. Общая может в минус хит в стрельбу дать. Короче, хрен его знает. Ну, за 2 кп, ну, посмотрим по ситуации и по количеству кп. Угу. Ну, как бы штука-то сама по себе нужна. Но почему не 1 кп, я не понимаю. Дальше. Crushing Pulk. Что-то аналог... Ну, это аналог Харняцкой, да. Харняцкой, да. Соответственно, в конце, ну, как только завершили charge move, убираете в engage 1 юнит, кидаете d6 за каждый... Модель в почаржившем юните. За каждую модель в почаржившем юните, да. Соответственно, на шестерку получает вражеский отряд D3 морталок, а если вдруг чаржил Great and Clean, то на 3+, получает D3 морталок, а на шестерку получает 3+3. D3 плюс 3. Ну, да, короче... Там, ну, все то, что ушло. Да, ничего не поменялось. Вот, от слова совсем. И плаги баннер. Что у нас там дает? Флаг баннер. Юзаем стратагему в файт-фазу, когда... Короче, морталка на шестерку тувунд с ограничением 6. Ну, на шестерку тувунд морталка с ограничением 6. Это на кого? На мух и на плагов только? На мух и на плагбирера. Угу. Вот, в принципе, это звучит неплохо. Особенно учитывая, что у мух, в принципе, атак-то много. Но жалко, что, я, ну, насколько я, по крайней мере, помню, нельзя никак раздать полный рерол тувунд. Это, конечно, будет печально. Ну, чай не ДГ. Ну, да. Ну, что могу сказать? Да, можно, конечно, что-то путаешь. Что-то у меня есть какая-то надежда, что можно как-то раздать. Ну, сейчас пройдем, найдем. Дойдем. Короче, в отличие от остального пососа, имеет место быть. И в целом, со скрипом как-то можно что-то из стратегем этих себе надыбать. То есть такой средний. Да, ну я говорю, ну очень классно ложится прям знать всю школу Нургла на белокора. Это прям да, это прям классно. Угу. Собственно, дальше идет и те самые, та самая школа Нургла. Школа Нургла. Первый каст 6 сложности. Выбираем ближайшие вражеские юниты 12, наносим D3 морталок. Если один с материей больше, D3 плюс 2 морталки. Смайт, чуть дороже смайта, чуть короче смайта, ну, типа со своим приколом. Вот, ну, нормально. А, второй каст, флеши Abundance. Флеши Abundance. Делаю эба. Седьмая сложность. Да. А, выбираем нургляцкую кору в 18 дюймах и зачем-то видимую этому псайку. Даем плюс 1 к тафне. А мухи кора? Да, мухи кора. Ну, это вот. Норм, но у мух все-таки шестая тафна, будет седьмая, разница, ну, сам понимаешь, не супер большая. А вот восьмая. А вот так. Если бы Unclean был бы корой, можно было бы десятую тафну сделать. Ну, да. Сейчас так у Некронов пропишет, то, что там вся монстра получает кору. Вот, и все. Если... И понеслась. Из смешного у нас опять история про то, что седьмые косты 18 РНЖ. Все, как мы любим. Но Нургл хуже кастит. Да, Нургл хуже кастит. Что-то. Да, поэтому седьмая это такая неприятная достаточно история. Не, он может получить там плюс к косту, там, нанеся морталки, но это мы там чуть дальше найдем. Да, следующий Нургл Рот. Что у нас? Угу.
Седьмая сложность. Кидаешь 2d6 за каждый юнит в 6 дюймах от кастера. Ну, вражеский юнит, соответственно. Если этот бросок больше, чем тафнес характеристика моделей, то этот юнит получает d3 морталок. А если в 2 раза больше, чем тафнес характеристик, то d6 морталок. Здесь каст сам по себе нормуль. Ну, реально нормуль. Да. Седьмая сложность, ну, тяжело, конечно, но это, ну, довольно большой шаг. Ты это скастишь. Здесь прикол в том, что тебе надо как-то доставить кастера в эпицентр, грубо говоря. Да, в эпицентр всей движухи. Поэтому, ну, вопрос доставки здесь только остается открытым, потому что мы идем пешком. Если это англин, так мы еще и все обходим. Ну, соответственно, тяжело. Тяжело. Слушай, подожди. Говори. Да, а если мы с ДГ играем, они там типа минус тафна, и мы такие под терминаторами, под плагами забежали, такие крутые. Как тебе такое? Да, не, ну да. Ну типа, например, тафну терминатора в четвертую, превратив в третью и кинув на 2d6 там... 6? Это классно. 6, да, 6. И потом кинув один на количество морталок. Знаем, умеем, знаем, классик, умеем, практикуем. Ну вот опять-таки, вот этот спел, знаешь, кто может офигенно скастить? Белокор? Абсолютно. Абсолютно. Ну то есть он, скорее всего, скастит там прыжок, телепорт этих флеймеров, да, а прилетев там в эпицентр, скастит вот этот каст нурглячий, там, 7 раз даст морталок, и потом почаржится еще куда-то. То есть вот такое расписание на сегодняшний день у Блакора, в принципе. Принято. Что у нас следующее? Шрайвелинг Покс. Шестая сложность. Наш любимый. 18-й рейндж. Понизить тафну. Вот еще один, кстати, способ. Ну, да. Можно... Понизил тафну, закинул морталочек по тафне. Звучит нормально, но дойди сначала. Это... Ну, короче, вот это вот четвертый крутой. Понизить тафну всегда приятно. Да. Ну, да, это хорошо. Соответственно, следующее. В 18 дюймах Visible Tooth Psyker. Союзный отряд. Соответственно, плюс один к дамагу. Круто. Да, нормально. Ну, шестая сложность. Да. Обратная сторона медали. Очень низкая АП на оружие. Бегая вперед. Скажу. Слушай, так... Верю. Дэн, а так всегда было. Я не спорю. Ну, то есть, блин, ну, вот, Миша, объясни мне, зачем отняли ФНП, почему не дали минус дамага? Ну, то есть, они просто идут пустые в инвуле, хотя это нургл. Просто статы. Ну, странно. Да, это странно. Мягко. То есть, ну, должна быть какая-то своя приколюха у них, по идее. Вот, хотя бы там. Дэн. Хотя бы минус дамаг, ну, как у ДГ. Это не слезы, это дождинка в глаз попала. Ну да, ну реально грустно прям становится, но ничего не придумали. Да, кстати, заметь то, что на все касты надо быть видимым еще для псайкера. Да, я уже обозначал этот момент, это, конечно, тоже странно. Ну и следующий тоже каст, шестой, опять же, восьмой. Да, 18 видимо для псайкера. Юнит не может делать экшены, либо если он делает, он его автоматически фейлит и теряет обсек. Это круто. Было бы прям совсем круто, если бы как-то он... Хотя вот он не может делать. Если бы он стоил хотя бы 6. Да, короче, восьмая сложность прямо пиздец, больно. Ну, за обсек, обсек-то скинуть это прям хорошо. Ну, я бы все равно его не брал, потому что на двух кубах 8 это вообще надежно. Короче, что могу сказать? Хорошая школа. Вот реально. Да, хорошая. Школа хорошая. Есть полезное заклинание, да. Угу. Только вот дорого все. Посмотрим, можно ли как-то это прокачать. Следующий у нас Warlord Рейты. Да, Warlord Рейты. Соответственно, первый дает плюс 2 вунды вашему Warlord'у. Ну, ни о чем, на самом деле. Угу. На мой взгляд, маловато. А второй у нас, каждый раз, когда ваш варлорд теряет вунду в результате милишной атаки вражеского юнита, после того, как этот юнит закончил свои атаки, кидаешь d6 за каждую, видимо,
Короче, рану, 4 плюс морталки в ответ. Да, 4 плюс в ответ морталочки летят. Максимум 6 морталок за фазу. У нас бойцы есть? Ну, Great and Clean. Но тяжело вооруженный боец, он очень бой. Поэтому... Так, следующий. Вероин Тач. Все, что хитануло, автопробило. Автопробило. Это хорошо. Это нормально. Да. То есть, да, не особо заморачиваться, потому что там есть вариант у Great Unclean вообще взять седьмую оружие. Вот. И это хорошо. Попал, провундил, это прикольно. Берем, окей. Ну, не то, что прям берем, но это нормально. Можно, это... можно рассмотреть. Да. Следующий это у нас аура. Все в 6 дюймах от Варлорда получают... когда делают мили-атаку, получают минус 1 на хит. Но в 6 дюймах от него никто не может делать экшен. Ну, учитывая, что у нас в мили минус дамаг, будет еще и минус хит. Стрелять по нам не особо хочется, потому что 9-я тафна. Может быть, это и нормально. Слушай, здесь, знаешь что? А мы берем еще ветра на раздувку аур. И мы в 9 уже не даем делать экшен. А? Как тебе такое? Ничего себе ты придумал. Нормально. Да. Ну, самое главное, чтобы нам хватило чего? ВП. Смелости, да. Смелости. Все, ну, все. Естественно, варп-сторм поинтов, да. Все проще. Вот. Пятое. Трансуха. Очень смешно. На Great Unclean с девятой. С девятой. Да. Прекрасный выбор. Самый прикол в том, что для многих других это был бы там авточойс, наверное. А здесь просто... Ну, нет. Ну да, да. На тех, у кого седьмая тафна там, да? Да. Могло бы сейчас спокойно рассматриваться, да. Ну и следующий тоже говно. Ну, ну не... Да. Пятый там да, еще, да. Ладно, может быть. Шестой говно просто. Ну да, да. Морталки разносить. Неинтересно. Ну, смешно. Да, именных даже рассматривать не буду. Не хочу. Эпидемиус мне прям, я вижу название Эпидемиус, мне прям за тоже наворачивает. Да, уже, к сожалению, комбо-вомбу не пройти. Мы с тобой показали, что как эти армии играют. Да, да, было где. Релики. Релики, да. Первый. Рок. Нургулс Рот. Каждый раз, когда... Да, в двух словах самое, просто объясни и все. Ну, короче. Ты выбираешь кору плагбиреров в 18 дюймах относительно... Ты уничтожил вот владельцем этого рейка. Ты кидаешь 4+. На 4+ у тебя встает один уничтоженный плагбирер. И причем только плагбирер инфантри, к сожалению. Не мухи. Не муха. Да, ерунда. И не больше 3. Забыли, проехали. Да. Да, полная ерунда. Второй релик Entropic Knell. В свою команд-фазу выбери один юнит в 12 дюймах. Соответственно, этот юнит не может получать прелести аур. И ты понижаешь вниз количество моделей, если вы там считаете по количеству моделей на точке. Угу. Ну, ситуационно. Здесь ситуационно, да. Ну, типа, в команд-фазе. Я понимаю, если хотя бы в конце мув-фазы. Хотя не, подожди. На самом деле, в команд-фазу это ситуационно может быть неплохо. Сбить. В начале команд... Угу. Да, сбить просто себе, ну, типа, точку у врага и себе... Ну, окей, хорошо. Полагающиеся эти. Ну, ситуационно нормально, да. Угу. Вот. Tome of Thousand Poxes для псайкеров. Знает дополнительный спелл. И каждый раз... На семерку не динамится. На семер... Именно на четкую семерку. На чистую семерку. Да, на четкую семерку. Спелл не динамится. Ну, я не знаю насчет этого. Честно. Семерка, конечно, это стат, но... А если вы кастите сбитие обсека, то вы его просто не скастили. Все максимально просто.
Это смешно. Следующий, да. Corruption. У нас классическое вот зачарование одного оружия, плюс дамаг. И игнор этого ФНП и количество вунд. А, да. А игнор вунд. Да. Ну, ФНП, видимо, и этой штуки. ФНП и ограничение по потере, да, вунд фазы. А, ГВ, да, есть, ГВ, да, спасибо, ебанутые вы суки, то, что у вас фантазии нет во все три пихать одно и то же правило. Я напоминаю, просто до этого было то же самое. Очень интересно. Прям вообще вот так вот. Не, ну, не, типа, первая часть правила всегда одна и та же, ты получаешь плюс один дамаг, но вторая часть всегда разнится. Нет. Чуть-чуть, да, разнится. А, у Лача, у Лача это было шестерки тулунт морталка, у Хорна, да, было... У, и у, а, Хорна, и у Динча есть вот эти вот истории про игнор вундов там и прочие радости. В реликах которых 6, и которые там ты по-хорошему там хочешь брать что-то другое, у тебя их всего 6, у тебя их нету общих. Ну, было бы неплохо придумать что-то, чтобы вы могли как-то это изменять, а не однотипные правила оружия вставлять. Ну, смотри, сейчас наверняка пойдут какие-нибудь книжки кампейны с дополнительными правилами. Mm. И будем надеяться, то, что демонам отсыпят общих варлорд трейтов и общих там стратегем, да, с реликами. А еще... То есть, типа, нет, общая тусовка демонов такая будет, типа, с какими-то рестриктами, там, как, например, у того же Белокора, да? Mm-hmm. Вот, ну, дорогой мой друг, надеемся и верим. А у нас пока, ну, да, следующий эфлювер. Какой-то флейл, Plague of Flail, это, видимо, только unclean, да? С этим флейлом. Ну, стрелковое это оружие. Да. Там много, минус 3-3, и дамаг перескакивает. Мы подобное уже видели. Видели у кого? У Дзинчи. У Дзинчи. Да, посох. Да. А, спасибо. А, нет, подожди, не-не-не, у Бладфистера. У Бладфистера этот Assault 1, который, помнишь, был. У него, да, во-первых, у Бладфистера этот флейл, и у Динча посох с таким же, сука, правилом. Спасибо за уникальные эти, за уникальные профиля. Прямо фантазия брыжет. Хаос просто во всем своем многообразии. И дальше все очень просто. Реген по количеству вунд, какой сейчас номер раунда. Чем больше прожил там тот же Unclean, тем больше он восстанавливает. Ну, ква. Ква-ква, на самом деле, мне здесь релики не... Ой, эти... Триты, триты же... А, релики. Релики не, не особо нравятся. Я вот так скажу. Мне нравится только этот, может, на Псайкера... дать от психих, ну, сил. Смотри, чисто гипотетически. Либо что можно сделать? Как можно закачать нашего Unclean'а? Чисто гипотетически. Чисто минус дамаг ХТХ. Да. Поехали с автовундом, ну, при хите автовунд, Warlord Trade вешаем. И плюс дамаг. И плюс один дамаг на оружие и игнор всех... всех ФНП и количество базу. Но ему надо дойти, поэтому я вот остальное все. Короче, не убивец. Вот. Где, ну, где, да, кстати, вот смотри. Мы берем тот же ХСМ, да? Берем этого ДПшку классическую по дзинчитам и срели. Вот. И у нас получается товарищ, который игнорит инвули, который полностью... ролит там ХТХ на 4 плюс, там автопробивает. Это первый вариант. Либо по Нурглу, который тоже может там с полным реролом to hit вообще на 2 плюс все автопробивать. Очень весело. Где игнор инвулей? Где там что-то вот подобное? Игнор инвулей только у Корна видел. Вот у одного этого чалика, забыл, как называется. Блад что-то там. А, Skulltaker. Yes. Ну, да, ну вот Нургал, как бы это не смешно было, но что-то тухловато, да? Бэк-бэково протух. Ладно, погнали к юнитам. Да. Первый у нас именной Unclean, который также имеет Warp Locus. Седьмой мув, второй ВС, девятая тафна, H24 дыры, 6 атак.
4-й сейв стрельбу, 5-й инвульф ХТХ. Ой, 5-й сейв, точнее, демонический ХТХ. Вот, этот товарищ имеет ХТХ профиль большой, 8-3-3, 6 атак, на шестерку to hit, auto wound. Размашистый, в смысле, профиль. Соответственно, 7-2-1, 12 раз побить. Короче, не Бладфистер ни разу. Вообще ни разу не Бладфистер. Ерунда, на самом деле. Нурглики 7 раз пробьют 2-0-1. Тоже ни о чем. Соответственно, еще это Фангит Моу, это этот... Колокол? Или это да, Рок? Да, это какой-то... Из руки чего у него торчит, я просто не помню. А, ну... Короче, чем-то, что торчит, по-моему, из руки, если там не какая-то... ошибаюсь. Ну, да, причем да. Того, что это там 7-1-2, одна атака, окей. Ну, тоже ерунда. Очень интересно. Но может, я так понимаю, блевнуть чем-то на 12 дюймов. Блевнуть даже не чем-то, но огнемет. Да. 6-3. У него веселое 20. Правило о том, что если он успешно кастит на 7+, то ближайший юнит у 24 получает D3 морталок. Здесь, что интересно, то, что не... Ну, не обязательно видеть, просто в 24-х всем там 3 раздать. Он кастует 2, знает 1. И так как мы не можем его никак бафнуть, 3 каста он делать не сможет. Вот. Ну да, мог бы делать 3, было бы прикольно рассмотреть его. Вот. Предлагаю сразу же просто, как обычно, идти к следующему. Ну, кстати говоря, вот Ротигус ничем не хуже вот в Ковике раз, чем обычный Great Unclean One, потому что его особо, ну, так... И, кстати, даже не у него херовый сейф, то есть 5-4. Ну да, такое. Ну, давай разберем да. Great Unclean. Да. У него, получается, здесь разные закачки могут быть. Угу. Первая закачка, это получается... Байлсворд и Плаг Флейл, получается, да? Путрит Вомит это всегда есть, Нурглинг Клоу всегда есть, да. Плаг Флейл, Байлсворд. Байлсворд у нас это большой меч, получается. Первый профиль 8-3d6, тоже на шестерку to hit auto wound. Маленький профиль 7-3-1, но 12 атак. И, соответственно, Плаг Флейл это стрелковое оружие на 7 дюймов, 7-3-2. Ассолт d6+3. Ну, оружие неплохое, что одно, что второе, в принципе. Вот. Поменять мы можем Bailsword на Doomsday Bail, у которого никакущий абсолютно ХТХ профиль, но он восстанавливает модельку в одном юните Plug B в начале твоей команд фазы. Если это... Если, короче, если это... на инфантри, то D3, если это муха, то... Ну... Абсолютно, да. И, соответственно, Plague Flail можно поменять на Bile Blow. Это тот меч, о котором я говорил, как раз с седьмой силой. А, ну у него, видишь, ему здесь толку нету тогда автовунд брать, потому что у него полный roll to wound вшитый. Ну, автовунд-то веселее. Ну да, автовунд веселее. Обосраться-то можно и с роллами. Ну да. Ну, короче, весьма-весьма беспонтовые такие профиля, на самом деле. Ну, не хватает на Байлсворде там D3+3 дамага, потому что D6 это поиграть в рандом. Ну да. Называется. Да, да, и восьмая сила всего лишь на грейтере. У него такая лапа, огромная жирная лапа, всего лишь так восьмая сила. Жирная лапа дает девятую тафну, а не силу. Но не силу, да, да. Ладно, по крайней мере, миньки красивые, веселые. И это, да. Они больше любят обнимашки. Но... А, слушай, у Байлблейда еще есть, как раз таки вот о чем я говорил, у Байлблейда есть свойство, когда ты хочешь закастить заклинание, ты можешь получить одну морталку и добавить себе +1. Ну, в целом, в целом мог. Ну да, учитывая, что у тебя 22 вунды, в принципе, ты можешь себе как это там, позволить. Ни рыба, ни мяско. Так, может, Геральт, Фокспрингер нам как-то... Может быть, может быть. Что-то интересное принесет. Он, принесет он точно... То есть он лейтенант. Это очень необычное новое правило о том, что он реролл копеек to wound дает.
И опять же, тоже очень необычное, мы такого нигде не видели. На шестерке тухи, ой, на шестерке тувунт плюс дамаг. Да. Ну, кстати, справедливости ради, мы такого еще не видели. А что у нас был? Ну, рент в кодексе. Рент был? Ну, у нас был автовунт. У Кхорна был этот либо доп дамаг, либо этот доп рент на шестерке. Доп дамаг был на черже у собак. У собак, да. Точно. Ладно, ну, короче, не суть. Тоже весьма, ну, какой-то странный. Некий живчик такой. Mm. Что-то про него можно еще сказать? Ну, он кастит одну, динает одну. Ну да, кастит. Ну, типа, живет неплохо. Mm-hmm. Берется так все. Дальше. Короче, ради одного коста, если есть желание, можно взять. Не, ну что, мухи реролит, тувунт будут копейки. Плюс дамаг. Вот видишь, мы уже можем там... Ну, мы дойдем до мух, мы поймем, нужны ли нам они. Ну, короче, уже потенциально... Вон, видишь, сколько уже возможности дамага занести. А уф. Дальше. Щитовод. Чем у нас знаменит этот мужчина-воин? Знаменит? Кроме... Кстати, он тоже летех? Да, кстати, прошу заметить, шестая того и другого, шестая это на 6 вунд. Жирненькие, да. Что он? Вот, Spellpox у нас знаменит тем, что команд фазу выбирает в 6 дюймах отряд блокбирреров коры, соответственно, дает им плюс 1 на хит, в том числе мухам, и получает, соответственно, мухи получают обсек. А если это блокбирреры, то двойной обсек. В принципе, звучит неплохо. Но его минус то, что он не кайф. То есть, не знаю, как бы, сколько он спойлбокс стоит очков-то. Он еще плюс ту хит в ХТХ раздает. Ну да, плюс ту хит и обсек, получается. Угу. Спойлбокс у нас стоит... Там какой-нибудь 70 очков. А, сотка. Дорога! При пятом-то муве еще. При пятом-то муве там за мухами можно просто тупо не поспеть. Если уж на то пошло. Ну, да. Никакущий также ХТХ и стрелковый профиль. Mm-hmm. Пропускаем этого парня. Эпидемиус, все, Дэн. Да, да. Не плачь, дорогой. Да. Был прекрасный юный старый человек, молодой, старый. Он стал... Короче, просто никому не нужный дедуля. Да, была раньше просто очень хорошая история с набитием талипоинтов, которая бафала все нургляче, что позволяло водить его с ДГшниками, с дециматорами. Это было прямо вот как-то интересно и вот это вот все. А вместо этого он стал обычным Геральдом-лейтенантом, то есть он раздает реролл копеек тувунд. И в зависимости от того, сколько вражеских моделей было убито твоими нургл-демонами, причем Легион Демоника нургл-юнитс, то есть это уже не ДГ. И дальше просто тебе за каждые 7 таких, 7 убитых моделек ты получаешь этот Warp Storm Point. Вот так вот. Я даже не хочу смотреть, сколько он стоит, потому что его брать вообще не хочется. Он, да, он не кастер, он не хуястер. Ну да, вот это четко его описание. Да, с учетом того, что ну там как-то все печально с этими варп-штормами и прочими, такая генерация. Ну, хрен его знает. Чем засыпать будет? Минус хитом в стрельбу, раздутие маур. Ну, блин, Дэн, не знаю, может мы просто с тобой тупые, не понимаем. Вот, ребятки, в комментариях напишите, там, может, есть супер комба на эти, на ветра, там, как это вот вспомнить. Ну, то есть, как юзать эти варп-шторм-пойнты по максимуму, и это дичайший просто пробафает нургал-армию, и она всех... Не, ну, оно-то может быть и пробафает, но, Миш, сам пойми, они дойдут, ну, там, на третий ход, ну, типа... Ну, там, в лучшем случае, там, какая-то часть дойдет, там, на второе. Ну, и только, там, со второго, третьего хода начать набивать, там, что-то. Нет, ты же... Что может даже и не стрелять. Нет, Дэн, ты же это, солгриндера возьмешь на яйцах. Возможно, даже двух будешь струлять.
Ладно, не, нет. Ну да, это да. Идем дальше. Нет, кстати, Skullgrinder, мы до них дойдем. Не, они не хорошие. Дальше. Вот, собственно, балалайщик Sloppity Balepiper. Который дает морталочки раз в игру за стратагемочку. Да. И у которого очень-очень-очень много правил. Да, ну, он стандартный летеха. Также он может выбрать в команд-фазу либо Great Unclean, либо Нургликов, Blackbearer, Core. И дать им плюс один to move и плюс один advance. И к чержу. Прекрасный, прекрасный выбор, потому что мы медленные, нам это... А, так еще и к чержу еще да, дают, слушай, правда. Это может пригодиться. А, но опять-таки надо смотреть, сколько стоит. Ну, посмотри, я скажу то, что... Да, ты расскажи. Да, второе правило. В мораль фазу выберите один вражеский юнит в 12 и киньте 3d6. Если вы перекинете ледак, то выберите либо сбить экшен, если он его вдруг делает, либо лишить аптека модель. Здесь прикол в чем... Здесь не написано, кстати, в чью мораль фазу, так что это, возможно, даже во вражескую можно использовать. Ну, а почему нет? Потому что да, это интересно в такой вариации, потому что очень многие экшены как раз оканчиваются в конце хода, там, ну или в конце там морал фазы. Вот. Да, и можно как раз сбить вопрос только когда вы в ней окажетесь в рендже вот этой вот обилки, чтобы нормально ее сбивать. Короче, мне нравится. Фаза, ты можешь спокойно подтянуть. Не, он неплох. 85 очков. Норм. Еще бы, блин, еще бы магию. Если бы кастил еще да, одну, да, вообще, да, да, просто, вообще бы вопросы снял. Его можно было цены бы не было. Так, ХТХ-шный профиль да. никакой, так... он, собственно, не для этого. Это чисто этот. На суппорт. Ну и минька веселая. А, следующее, это у нас боевая улитка. Хортиколус Слимукс. Кстати, вполне неплохие профиля. Ну. Жалко, не кастит тоже. Да, зато опять всем реролл to wound копеек просто... Просто от души. Вот. Нет, ну реально, ну что это, 4 героя, у которых одинаковое правило первое. Ну, Дэн, зачем придумывать? Все придумано до нас. Правила простые. В команд-фазу выберите один отряд бист нурглов, либо плагио дронов. В 9, целых 9, потому что у нас 5-й мув. Mm-hmm. И они могут реролить чардж. И плюс один ту хит получают. Плюс один ту хит, где-то мы это недавно уже видели в ХТХ. Да. И в конце мувмент фазы, если у вас эта моделька рядом с Ария Тирейном, вы можете выбрать этот Ария Тирейн, и он становится Difficult Ground, то есть по нему с минус 2 передвигаться и чаржить. И когда любой вражеский отряд взаимодействует рядом с этим Аур Тирейном, вы кидаете D6 на 2+, враг получает D3 Mortal Wound. На удивление, не бессмысленная история. То есть она такая... Ну, не бессмысленная, но тебе нужно находиться в Ария Тирейне самому. То есть тебе там надо забрести в лес какой-нибудь там самому. Зачем тебе это нужно с пятым? Но, не, ну смотри, здесь прикол-то в том, что до конца битвы эта история... Но с пятым увом, да, будете вы это как-то боевой улит. Не, я тебе говорю, твоя вот эта боевая улитка должна сама зайти полностью в Ария Тирейн. Да. Для этого. Слушай, если мы берем какие-нибудь вот наши, допустим, вахафестовские столы или ETC-шные, то Ария Тирейн, у которого нету Difficult Ground'а, поправьте меня, ребятки, в комментариях, или ты меня, это только вент-пайп, вент-каналы. Да, да. Ну, по крайней мере, последний вахфест был, да, именно с ним. Ну, и я вот ЭЦ-шный только вспоминаю, потому что больше ничего-то и нет. Правильно? Я не помню, у нас же этот... Руины, это же не Ария Тирейн? Нет. Не Ария. Руины? Нет, нет. Вот. Ну, короче, он забавный, что я могу сказать. Не, забавный, ну, ради интереса, посмотрю, сколько стоит. Да, то есть 140.
Ой, как это дорого! Не, мы, конечно, хотим муха обмазывать реролом Чаджа, это не безинтересно. Ну, лучше взять четырех мух. Блин, если уж и уверенно кинуть кубик. Ладно, ну, да. Идем дальше. Плак, пиреры. Ну что? Самое главное, две вунды. Да, ну блин, ну почему нет ни ФНП, ни дамага? Я не устану ныть по этому поводу, это очень жалко. Ну, пятая тафна, две вунды, пятый. Это все, что нужно, в принципе, о них знать. Дерутся со вторым АП, но с четвертой силой. Пробафать силу можешь только забафать оппонента. Угу. Ну и все. Ну смотри, мы же здесь берем, понижаем тафну врагу. Себе накидываем дамаг. Ауф. Ну, это, ауф. Это... С пятым увом это прям ауф. Ну, так мы же туда дадим плюс к адвансу и черджу. Вот это вот все. Ну да, да. Это... Ну, либо уведем просто в дипстрайк и потом от варплокуса отчаржим. И там уже там с навалом дамагу. Ну, делами. Вот это вот, вот это вот все, да. Да, да, да. Мы будем испытывать огромную надежду на них. Короче, во-первых, спасибо, отчасти спасибо ГВ, что нету, ну их только 10 штук, потому что я на ETC, когда еще было, поиграл с лимитов плагов, очень-очень интересный ростер, интеллектуальный, 120 плагов, вызывается еще, просто к тебе это под деревом бежит, и ему насрать вообще на все. Ну... Есть и есть. Говорю, опять же, просто статы на ножках. Опять же, две вунды вы не можете за счет варп шторма своего, который пятиочковый, нормально поднимать. Это фатально. Ну, будете брать, конечно, как потому что там детач не влезет иначе. Эх, ква. Ква. Нурглики. Это нурглики. Следующий у нас юнит. Да. Нурглики это то, что меня тоже отчасти разочаровало, на самом деле. Uh-huh. Они подешевели, наконец-то, там, по-моему, до 20 очков. Это uh-huh. хорошо. Но они не являются основным юнитом в батальоне или в труле. То есть ты обязан взять в любом случае другую трупсу. Это огромный минус, на самом деле. Потому что если основной трупсой, цены бы им, конечно, не было. Да, увы. 60 очков это хороший юнит. Увы, я. Чтобы забить. Да, профиль хороший, по-прежнему могут в этот, как называется, в инфильтру. Угу. Не занимают слот, я так понимаю, да? Да, и по ним минус хит. Да, короче. Соответственно, потеряли опять-таки ФНП. Всего лишь шестой инвуль в ХТХ, пятый инвуль в стрельбу. Но вроде как раньше была вторая тафта. Помню. Я тоже не помню, здесь... Ну, не суть. Ну, они особо не живут. Короче, на теперь. Этот, видимо, на сдачу куда-то себе засунуть. Жаль. Ну, чисто, да, чисто, чтобы там перекрыть дип, занять там ранее точку. Вот. Чисто, чтобы... Да, нету... Короче, не некронская сварма вообще ни разу. Вот, ладно. Beast of Nurgle. Вот эти нормальные... Весельчаки, ребятки, которые всегда хотят играть, с очень интересными правилами. Прошу обратить внимание, шестой мув, Да, но они быстрые, они молниеносные для Нургла. Да, ну у них четвертый weapon skill, соответственно, много атак, 6 штук, неплохой ХТХ профиль. Прям хороший. На модифицированную шестерку to hit, две морталки просто наносит. Это приятно. То есть, как бы с одного беста стабильно две морталки. Да, у них перебор по правилам, целых три есть. Первый, то, что у них шестой героик. Да, в конце, самое главное, в конце фазы они лечатся, регенят себе полностью вунды. Если вы их не убили, а вунд у них 7 при шестой тафне. И хороших достаточно, 5-4 по сейвам. Это тоже... Ну, трудно их убить, конечно. И когда их убивают, на шестерку взрыв, одна морталка вокруг. Они очень дорогие, если я правильно помню, по 80, что ли, они стоят. 80. По 80, да. Но троечку просто взять.
Короче, ребята готовы бежать и играть. То есть вот в плане того, связать что-то, это прямо душевно. Ну, я не верю в это. 270 очков за троечку. Я бы за одного мусора ни за что бы не отдал, 240. Если честно. Ой, да, 240. 240, да. Ну, блин, дорого. Они же вот, ну, крутые. Они, кстати, дорогие. Знаем? Да, они еще дорогие. 50 очков. 50, ладно, 50, наверное, нет, будет. 50 абуса. Да, все будут забивать, но 60. Ладно, 60. 180 очков за троих еще можно дать. Ладно, все. Но никак не. 70. Сойдемся на 70. Это. А никакой, нет, за 70 очков я бы все равно не выводил. Это, если я понял. Они дорогие не только по очкам, но и по деньгам. Сейчас смотрел, там коробка 2 без 100, там 4 тысячи там... где-то, если не больше стоит. Да, вообще жесть. Хотя можно их сконвертить из любого говнища. Будет беково. Да, альтернатив много. Альтернатив много, я с тобой согласен. Но они веселые, они няшки. Мне не нравятся. Ладно, самое, видимо, наверное, самое интересное, что есть... Ну, самое Мурга. Интересное, но ни одного правила нет. Зачем тебе правила? Вон, у флеймеров тоже правила ничего не мешает. Ну да, да. Просто... ну что, мухи, у них большой мув 10. В принципе, весьма живучие товарищи. Потому что 6-я тофна, 5 вунд, 4-й сейф стрельбу, 5-й в ХТХ. По ХТХ профилю на самом деле. А, ну сначала стрелковый профиль, у них у каждой, я так понимаю, по ассолтному оружию на 12 дюймов 4 минуты 1 до 3 выстрела. И по ХТХ профилю. Здесь на выбор получается. А в любом случае вы бьете свои две атаки с профилем 5 минус 2 1 на шестерку to hit автовунд. И 4-4 на выбор. 1. А? Ну, 4 минус 2, 1 еще Малефик 4. Да, и на выбор. Либо Малефик 2, 5 минус 2, 2. Либо Малефик 4, 4 минус 2, 1. Я бы здесь брал 5 минус 2, 2, наверное. Малефик 2. Ну, мы уже видели о том, что можно разгонять дамаг. Ну, Малефик ты не разгонишь? Нет, на других. На свардах. Ну, на свардах, да, можешь разогнать дамаг и это... Короче, 10-й... Ну, вот, да, я вот так часто слышу, как ты вздыхаешь, Мир. Это, наверное, что-то говорит об этом кодексе, да? Да, ну здесь что, оно не жирное. Тофна 6-я, 5 вунд, хорошие сейвы. Если я правильно помню, они стоят по 35 очков. Как джаги? А, джаги 45. Нет, джаги 40. Нет, они тоже 45. Они тоже 45. Очень. Эх, это, видимо, в старом кодексе они стоили. Да, короче, центростремительные мушки. А ты знаешь, кстати, по бэку, по крайней мере, по аосовскому, откуда мухи появляются? Вообще без понятия. Это, короче, когда... Бист Нургла, вот с ним отказались играть, он начинает скучать, превращается в куколку, и из куколки появляется злая муха, которая мстит всему миру, что с ней тогда отказались играть, она хочет всех убивать, вот так вот, то есть, ну, такая вот нурглячая хренота, поправьте меня, ребят, если это, вроде так. Ну, короче, вроде как кора, флай, там, плагбирр, просто вот всем может обмазаться, вот все на нее действует. Ну как? Да, ну 45 очков и да. все-таки второе АП. Да, заключение гнило дерево. Раньше было имбой, когда играла вот эта вот толпа плагбиреров. Слушай, мне кажется, оно раньше вообще было неубиваемо. Да. Да. Ты просто как тирейн его ставил и все. Ну да. Ну как, кстати. А почему вот это вот убиваемо, а ебучие эльдарские ворота неубиваемые. Ты можешь мне сказать? Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Ну, короче, я благо в умном ВТЦ весь фракционный террейн... А это не террейн, потому что, кстати. Это... А как что? Фортификация это. Фортификация? Да, а фортификация. Ну, значит, да. Короче, по ЭТЦ весь фракционный террейн забанен, потому что нехуй. Вот так, если что. Угу. О, слушай, он варп локус. У него 3-1 вуль. Это из плюсов. Угу.
Третий на улице стрельбу, четвертый в ХТХ. Да. И... соответственно, можешь поставить его где угодно, в 9 дюймах от оппонента. Да, кстати. В начале. В отличие от остальных. В начале хода роляешь D6 каждую модельку. В Engage. 2, 5, 1 мортолка. Да, в Engage вообще бред. Ну, в Engage с этой моделью. Да. Вот, если кого-то там... если вдруг кого-то убили, получи один варпшторм. Офигеть. Дальше. Когда ваши дружественные юниты, кроме монстры и техники, 60 модели, минус 2 хит. То есть у вас выбор. Либо 4 варп-поинта тратить. А, блять, там плюс 2 хит. Я всегда забываю. Да. Короче, короче, на Анклина не работает, на Soul Grinder не работает. Понятно. Угу. Вот. И в команд-фазу выбираете юнит плагбиреров. Инфантри, опять же, на мух не пашет. Не восстанавливает одного чувака. Да, можете кинуть 7D6 на каждую шестерку, восстановите одну модельку. Бла-бла-бла. 75 очков стоит это древо. Ну, короче... не стоит своих очков. Короче, если у вас есть, можете использовать несколько, чтобы красивый стол сделать. Я, честно говоря, вот мы Нургл закончили, да? Да, Нургл мы закончили. Не верю я в него, как, условно говоря, спортивную расписку, да, там, или какую-то интересную. Бекова можете поиграть, конечно, этим. Мне здесь не нравится. Нихера нету, вообще нихера нету. Абсолютно. Ни скорости, ни мобильности, ни дамага. Вообще, да. Терпение только там, ну, очень чуть-чуть. То есть, где знаменитые вот эти вот там ФНПшки, порезки нормально, дамага и прочие радости. Не, вообще уныло. То есть, знаешь, как... даже нормального восстановления модели нету. Да, то есть, Бекова же, Нургал, он отвечает в том числе за отчаяние. Ну вот, это оно. Друзья, спасибо вам огромное за ваш вклад в развитие канала. Без него бы мы не могли бы двигаться дальше и расширяться. Подписывайтесь на наши соцсетки и помогайте развитию канала, пройдя по ссылкам в описании. Но самое главное, не забывайте, играйте красиво.